Русская Православная Церковь, она объединяет весь патриархат, ну, все различные страны СНГ в любом случае, то бишь, будь то Украина, будь то Россия, будь то Беларусь, в любом случае исторически мы связаны. Считаю, что веру и политику связывать нельзя в любом случае, потому что одно дело политика, когда люди и народы выясняют отношения друг между другом. Этого смешивать нельзя, потому что одно дело церковь – это духовный мир человека, его общение с Богом, а другое дело – это общение между, как говорится, обычными людьми и политиками. Это разные вещи, я считаю. Все равно это влияние России, все равно это их присутствие на нашей территории. Это не есть плохо, он уже очень долго на нашей территории, но тем не менее, если мы уже хотим какую-то независимость, то и касательно церкви, касательно религии это тоже должно касаться. Если у нас какие-то рычаги влияния, то я сомневаюсь, может ли простой люд как-то повлиять, очень сомнительно, но возможно, если многие как-то выступят, выскажут свою позицию, возможно, это как-то поможет. Значит, я считаю, что мы на Украине, должна у нас быть своя украинская церковь. И русский, московский патриархат должен быть на территории России. Мы незалежна держава, у нас должна быть и своя религия, и своя влада, и свой народ, и своя держава. И мы как-нибудь сами со своим народом все сами определим. За рубежом есть русская православная церковь за рубежом. То есть в той стране, где она там находится. То есть первое, что приходит на ум, это украинская православная церковь Московского патриархата должна быть называться Русская православная церковь в Украине. Ну, естественно, как-то, так как эта церковь все-таки отдельно от государства, может проводить все-таки переговоры о объединении.